Дорогие мои, всем прекрасный пламенный привет! С новой неделей у нас начался с вами понедельник, поэтому всех с понедельником. И с вами ваша понедельничная гадалка Светлана Таурте. Ну что, сегодня новолуние наступит. Пока 29-й лунный день, мы делаем так. Это мы не читаем. Хотя можно и читать для тех, кому еще нужно успеть почиститься, сделать вольты, какие-нибудь ритуалы боевой магии вперед. А мы вообще ждем новолуния. Перед тем, как погадать и узнать, что ждет нас с вами на этой неделе, немножко информации о том, а что же ждет вас у нас в прекрасной нашей школе магического Таро Аратрон. Сегодня у нас два события. Первое – новолуние. А второе событие – это начало моего курса Таро-знахарки или Таро-целительницы. Прям сегодня начинается, сегодня стартует, сегодня еще можно успеть присоединиться. Если серьезно, потрясающая колода, потрясающая просто, обладающая тончайшей и при этом сильной энергией. В общем, люди, кто хочет здоровья, это как раз возможность научиться работать со своим телом, со здоровьем, с душой, с болезнями, с духом, все в кучу. Но это то, что важнее всего на самом деле. Знаете, такой вопрос, чего хочется больше всего, конечно же, быть здоровым. Все остальное потом. И эта колода лучший, наверное, инструмент. Еще, конечно, есть Оши Дзен Таро, который я тоже люблю, но про это в другой раз. А сегодня Таро Целительницы. Так что прискакивайте на курс и будем лечиться. Ну, или сохранять здоровье. Давайте так. Так, еще у нас с вами событие на этой неделе. Это вебинар очень интересный, очень непростой. Это вебинар, который будет вести Иван Мак. Это психомагия. И вебинар по работе с зависимостями. Очень интересно. Бесплатный, открытый 20 числа в 20:00. Красиво получилось. Слушайте, очень сложная тема, очень серьезная тема, очень интересная тема. И на вебинаре Иван всегда дает очень много практики. И это интересно, безусловно. И где же ты еще можешь такую практику получить? Да, 20 числа. А самая основная фишка в том, что это и Таро, и магия, и, безусловно, психология. Иван профессиональный психолог, он преподает психологию в институте, он работает с клиентами, у него очень много опыта в этой теме, поэтому вот такая интересная штука. Ну, в общем, сегодня с понедельника, с вечера начинается новая новолунная прекрасная жизнь. А сейчас гадаем. Итак, загадываем желание на неделю. Либо просто задаем внутри себя вопрос, что ждет меня на этой неделе. Я тоже задаю вопрос и загадываем карту от 1 до 4. Число от 1 до 4 задумали. И я вытаскиваю карты. Итак, карта номер 1. Карта номер 2. Карта номер 3. Карта номер 4. Так, я тоже загадываю желание вместе с вами. Загадала. Поехали. Если вы задумали карту номер 1, то вас ждет шут. Слушайте, какая-то бестолковая неделя. Бестолковая, бесполезная. Но зато на этой неделе классно отдыхать, бездельничать. На работе может быть хаос, да, это, в общем, какие-то бесполезные поступки. Не принимайте никаких серьезных решений, никаких, не начинайте ничего, каких-то важных планов не стройте. Вот эта неделя лучше всего, знаете, так спустите ее на тормозах, ну вот как течет, так течет. А лучше всего отдыхать, бездельничать, в общем, вести праздный образ жизни. Но если вы все-таки вынуждены работать,
то тогда постарайтесь сделать для себя максимально лайтовый какой-то такой график и будьте готовы к тому, что все пойдет не так, как вы запланировали. Так, моя любимая карта. Сейчас я вам покажу карту, ради которой я купила эту колоду. Для тех, кто задумал карту номер 2, туз жезлов. Как вам этот фалос? Вы видите, мужчина, вот он у нас стоит задом, а это его горящий фалос. И вот они, так сказать, я не знаю, как это назвать элегантно, два камня, ну, эти самые. Ну что, дорогие мои, вас ждет, я загадала карту номер 2, я в счастье, у меня было очень важное желание, кто загадал желание, как и я, исполнится. А для вас очень яркая, насыщенная, мощная неделя, много энергии. Вообще, вот вам как раз очень круто как раз что-то начать, задумать, запланировать. И, в общем, как можно больше действий решительных, волевых на этой неделе. Вообще все кайфово, у вас будет много энергии и, возможно, много секса. Для тех, кто задумал карту номер 3. Сегодня колода добрая, смотрите. Вас ждет император. Вы чувствуете? Я только что, кстати, записала урок по императору. Прям вообще. Вас ждет император. Ну что? Ну, во-первых, на этой неделе, возможно, встреча с каким-то влиятельным мужчиной. Император прямой, может быть, поддержка от него. В общем, в любом случае, так сказать, может, просто папа приедет. Будет какая-то важная тема. По деньгам хорошая неделя, по работе хорошая неделя. Знаете, такая неделя, когда у тебя воплотится то, что ты планируешь, но единственное, что не бездельничаем, что-то делаем, работаем, включаем мозг. Император очень рациональная карта. Лоббируем свои интересы, делаем именно так, как мы хотим, а не так, как нам советуют. Это важно по императору. Вообще, может быть, это очень по работе крутая новость. Хорошая неделя, денежная, мощная и упорядоченная. Для тех, кто задумал карту номер 4. Боже мой, карты сегодня щедры. Сила. 11-й аркан. Слушайте, ну, короче, зажигаем. Сегодня на этой неделе зажигаем 4 карты, ни одной плохой. 4-й аркан, 4-я карта сила. И у вас будет просто драйв. Вас будет переть, много энергии, здоровье, ок, будет все время что-то хотеться, движухи. Слушайте, классная у нас с вами неделя, плюнем 3 раза, тьфу-тьфу-тьфу, у нас с вами классно. Я не знаю, как у них, я гадаю нам с вами, у нас с вами будет классное. Скажите, да будет так. Все. До следующей недели.